Да ёп! GoPro 7 Black. Спустя больше, чем полгода использования. Ну, на самом деле, если кратко, можете брать. Какие фишки вообще у этой камеры, я думаю, знают все, и куча видео, где там какие-то там советы у чувака вообще в Америке есть канал, где он все на GoPro снимает с кучей там, ну, разных советов, и я думаю, это вам нафиг не надо. Начнем с того, что у меня было до этого GoPro 4 Silver, и она меня, в принципе, всем устраивала, только там не было стабилизации, и как бы, ну, фотки, конечно, на нее, ну, можно было вытягивать, но там не было RAW, то есть там, ну, просто JPEG-и там клевые, да и все. У этой оно есть. Я сейчас записываю на нее, поэтому всяких красивых кадров на зеркалку, вот именно GoPro крупных, не будет, потому что зеркалки у меня нет, и я еще пока не купил. Поэтому, поверьте на слово, значит, за полгода, в принципе, с корпусом ничего не случилось. Да, она падала, по ней даже один раз коньком заехали. Мы катались на озере, и по ней попали коньком, она все это выдерживает. По краям, сейчас вам покажу, какие я купил пресс-блуды для нее. Стандартный кейс, который в комплекте. Вот этот вот, да, рамка. Он очень удобный, но эта GoPro 7, она прорезиненная. И за полгода немножко появляются на корпусе такие надрывы небольшие. Но это как бы ничего страшного, без проблем. Как бы можете купить любой там чехольчик наверх силиконовый на том же AliExpress и пользоваться. Но вы просто в чехольчике сюда ее не вставите. Тем не менее, как бы такие небольшие задиры на GoPro-шке на самой появляются по краям. И именно из-за этого кейса, потому что отсюда ее достать очень тяжело, а здесь довольно острые краешки. Вот, хотя они здесь тоже прорезиненные на самом конце, но все же. Давайте теперь о приятном. Вот такой вот, про такой силиконовый чехол я говорю, но только на саму GoPro. Этот чехол, он рассчитан вот на эту рамку. Камера сама по себе очень классная. В том плане, что именно у Black версии есть HyperSmooth, вот эта стабилизация их фирменная, и она, правда, очень крутая. Здесь вопросов нету. То, что после четверки очень приятно, что не надо никакой кейс, можете сразу с ней прыгать, нырять и так далее. Тоже очень классно, все прорезинено. И вот отсюда начинают, кстати, вытекать, так, ну, топ-5 советов, что ли, по обслуживанию этой камеры, да и вообще в целом, что вот, ну, как бы я для себя хотел бы обозначить. Первое. Вообще вырубайте все передачи данных. По умолчанию там включен GPS. По-моему, там есть передача в облако и беспроводное соединение. Как можно было додуматься беспроводное соединение вынести куда-то в настройки? Хотя это можно было вынести, ну, то есть на главный экран настроек, где горячие клавиши настроек. Они их вынесли туда, прям в параметры, в глубину в самую. Не очень удобно. По иконкам наверху вы можете понять, что включено, что нет. Я просто говорю выключать, потому что я заметил, что утекает батарейка довольно быстро. При том, что как бы она даже в выключенном состоянии почему-то жрет немного. Может, это моя версия, но, как я почитал, много у кого такая проблема. Два. Иногда чистить от песка разъемы. На самом деле, ну, не только от песка. Если, например, в море кто-то купается, то соль. Разъемы прорезиненные внутри. И песок, если забивается, он эти мембранки потихонечку вынесет. Поэтому, ну, как бы, если вы там в песке его поваляли, да, там, или еще где-то в грязи, не поленитесь, откройте разъемы и аккуратненько ватной палочкой там с этих резиночек песочек уберите. Купить защитные стекла. Да, кстати, по поводу защитных стекол, очень крутая штука. Сейчас на ней тоже есть защитное стекло. Я покупал вот такое вот. Оно стоит на Алике, по-моему, $3, что ли. Там идет защитное стекло. Там идет стекло на переднюю линзу и на экран. И идут вот такие вот салфеточки, которыми очень удобно сразу стереть всю эту жир, пыль и так далее. Почему я это говорю? Потому что, скорее всего, те, кто покупает GoPro, они ее таскают вот так вот прямо, то есть без всяких там кейсов. Экран поцарапать или линзу, ну, это там не составит труда. Вот, поэтому на экран наклеить закаленное стеклышко, это очень даже классно, потому что, не знаю, я наклеил, никаких проблем не испытываю. Я ее с ключами даже пару раз сложил, и это закаленное стекло, да, оно там, маленькие царапки появлялись, они никак не мешают. Четвертое. Купить силиконовый кейс, как я говорил, но не такой. Просто вашу GoPro-шку проще таскать без всяких вот этих рамок. Ну, если вы там носите в руках, вы просто, да, эту рамку там в карман неудобно ложить. Конечно, вот так вот вы можете сложить, да, типа, ну, все равно. Купить вот такой вот чехольчик только на само GoPro. Вот, и ходить с ней, тогда вы и, как бы, хороший внешний вид оставите, да, и, как бы, удобно все равно в целом. Пятое. ProTune. Немногие знают, что такое ProTune в GoPro, точнее, ну, как бы, может, и знают, но немногие пользуются, это точно.
Протюн — это, так сказать, расширенные настройки видео, простыми словами. По умолчанию там стоит ISO порядка, по-моему, 1600. Ну, в общем, я советую в Протюн вручную выставлять настройки в зависимости от того, где вы снимаете. Если вы катаетесь, например, на велике, и вы часто заезжаете в какое-то темное место, потом выезжаете в светлое, и вы хотите, чтобы в темном что-то было видно, и в светлом, то да, можно на авто поставить. Но если вы хотите добиться максимального качества, то снижайте ISO до 400 или до 800 максимум. Ставьте выдержку поменьше, если вам не нужно вырезать кадры. Например, там, ну, как правило, выдержка равняется, если вы снимаете, например, там 60 кадров в секунду, то выдержка должна равняться единице, деленная на два раза больше. То есть 1/120, если вы снимаете 60 кадров в секунду. Если снимаете 30 кадров в секунду, выдержка должна равняться 1/60. Ну, это типа идеально, так сказать. Конечно же, там уже под себя вы можете подстраивать как угодно. Но суть в том, что ProTune позволяет это настроить, и это очень классно. Кроме ProTune, советую включить RAW и фоткать, все фотки делать и обрабатывать RAW, потому что это правда очень классно. GoProшка, в принципе, очень далеко шагнула в плане фотографии. Да, это, конечно, динамический диапазон не как у крутых зеркалок. Она шумит банально, сенсор, конечно, маленький. Но даже ночью получается иногда получить хорошие снимки. По поводу, что для нее я бы советовал купить и что, чем я вообще пользуюсь. Когда реально ее нужно бить, я купил вот такой вот кейс. Люди покупают металлический, я не знаю, мне этот больше нравится. Суть вот в чем. У этого кейса, как у четвертой GoPro, вот если вы помните, там было тоже, то есть можно управлять сенсорным экраном. Здесь я просверлил дырки. Потому что микрофон мне был нужен. И мы вот с этим кейсом играл в страйкбол. Такие кейсы, налики, продаются, как правило, без всяких дырок для микрофонов. То есть они рассчитаны на то, чтобы плавать глубоко под водой. Именно глубоко, потому что сама GoProшка и без кейса может под воду погружаться, просто намного меньше. Вот, поэтому такой вот кейс, проделать в нем дырки, если вы не планируете глубоко погружаться. И можно там крепить куда-то на машину, еще куда-то. То есть я вот, например, мы его на дрон крепили. Дальше, комплект батареек. Вот тут уже проблема, смотрите. Оригинальная батарейка GoPro. Держит, не могу сказать точно сколько, но держит нормально. Вот такие вот батарейки, которые я купил, Batmax, они, в принципе, довольно быстро заряжаются в этом зарядном устройстве, и все это круто. Разряжаются они, конечно, тоже быстрее, чем GoProшная, но есть глюк. Не всегда GoProшка включается с ними. Если она не включается с ними, то нужно просто открыть слот почему-то батареи, достать ее, вставить назад, и потом оно включится. Ну вот такой глюк с китайскими батареями. Я не знаю, напишите, может это как-то решаемо, прошивка стоит последняя. Да, кстати, не забывайте сразу прошивать вашу камеру, много чего появится. Потому что с завода часто камеры идут на более старые прошивки, и Hyper Smooth, то есть стабилизация, не работает по умолчанию в 4K60. Ну, как бы после прошивки это все уже появляется. В общем, эти батарейки, я не знаю, только эти или нет, но с ними глюки иногда при включении GoPro, а также бывает такое, что ты выключил, а она оп и разрядилась целиком, сама выключенная. Ну, как бы такая какая-то странная утечка. Все, больше мне, честно говоря, ничего не надо было. Там какие-то еще там крепления на раму и так далее. Я их использую редко. И все, что надо, влазит вот в такую сумочку, которая, опять же, куплена на Алике. Что еще могу сказать? Могу сказать, что с микрофонами они поработали круто. Но шумодав, который используется в GoProшке по умолчанию, но он иногда, конечно, работает не очень правильно в плане вот света. То есть, например, если подует ветер, он постарается вытянуть только там, ну, частоты вашего голоса, да, там. И такой звук может, если вы что-то говорите, начнет голос как бы меняться так на виде, не очень приятно. Поэтому я предпочитаю шумодав вырубать и просто, если сильный ветер, то не снимать, да, например. Могу ли посоветовать эту камеру чисто вот для тех, кто выбирает между дней и там какими-то китайскими аналогами, думает, что они там только будут снимать, там, не знаю, какие-то мелочи. Я думаю, вам это не надо. Эта камера больше там для каких-то, ну, может, влог вести, да. Вот это правда классно. Камера для влога, это вот правда очень круто. Вот эта камера точно для влога. Но просто они стоят намного дороже, чем китайцы. Китайцы намного хуже снимают, но среднестатистическому пользователю это нафиг не надо. Из аналогов я знаю, что есть Xiaomi камера, тоже экшен. Но, честно говоря, я ей пользовался у друга, не впечатлило. Конечно, совсем большая разница. Там и цена другая, ну и качество там, как бы, конечно, пониже всего. Вот. И у DJI тоже вот есть конкурент. Я его, к сожалению, не трогал, не видел, но, судя по видео, тоже там, в принципе, конкурентно так. По качеству сборки все супер. Что хотелось бы? Хотелось бы иметь возможность переносить какие-то настройки на главный экран, например, да? Стоит ли переходить с шестерки? Если вам нужен
HyperSmooth, то да, точно однозначно стоит. Это стаб, реально классный. Да, здесь очень много новых фишек, например, Time Warp. Это очень классная штука, когда ты просто, не знаю, закрепил камеру на грудь или идешь с ней вот так в руках, естественно, шатаясь, да. По сути, делаешь таймлапс, но этот таймлапс получается, ну, она его стабилизирует, получается очень плавным. Прямо как на дроне, как будто вот пролетаете на дроне. Еще, конечно, в суперсложных условиях я не эксплуатировал, но в целом я полностью удовлетворен этой камерой. Я всегда, когда катаюсь на, я катаюсь на BMX, я всегда беру ее, она мне помещается в карман, это очень классно. Ну, то есть, естественно, когда в портфель можно там и сумочку эту положить, но так я просто беру вот так, прям кидаю в карман, еду с ней. Ну вот, в принципе, наверное, и все. Потому что, как бы, основные фишки я вам рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Ссылочки есть внизу на меня, на мою страничку, и я буду рад ответить на их все. Ну или как-то так. Ай, ну надо, может, все-таки вести как-то список какой-то вопросов составлять. Твою мать!